Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцам, а для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще: «Хвалите Господа все язычники, и прославляйте Его все народы». «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая».